Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики, вы попали на новостной канал Fresh News, тех, кто не подписан, просим подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Приятного просмотра. Приговоренный из хозяйственного батальона, где желал отбывать наказание актер Михаил Ефремов, не захотели работать с артистом. Актера Ефремова нам бы в батальон не особо-то желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сумеет ничего сделать. У него нет специальности, которая бы тут понадобилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему обязанность прикажете? У нас по расписанию есть только одна подходящая должность – разнорабочий. А знаете, как они нагружены? Это будет мука для всех, объявил в дискуссии с газетой «Московский комсомолец» сотрудник хозотряда, заключенный Дмитрий. Михаил Ефремов был осужден к 8 годам тюрьмы, позднее суд уменьшил срок на полгода. В июне внедорожник под управлением Ефремова въехал на встречную полосу и ударился в ладу под ведением почтальона интернет-магазина Сергея Захарова. Захаров скончался в клинике. Спасибо, что вы досмотрели видео до конца, просим вас подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и поставить лайк под этим роликом.